Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. В прошлой серии мы узнали в парке аттракционов, что Гарри обладает суперспособностями. И сейчас мы будем с ним болтать на эту тему. Эй! Эй, Пит! Зацени! Ты цел? Пойдем, глянем, что еще она умеет. Что ты делаешь? Наука, чувак. Эксперимент. Итак, Человек-паук. МДЖ знает, а лучший друг нет? Так было нужно. Я бы сказал... Да, я понимаю. А твой ученик, значит, второй паук? А много чего случилось, пока тебя не было. Поверь, я знаю. Аккуратно. Упс. Да. Пожалуй, сварю нам кофе. Чувствую, все это надолго. Черт! Разворошили половину лабораторий, и батя очень зол. Ну и что здесь произошло? Мы тут просто проводили эксперименты. Где доктор Коннорс? Может, он взял отгул? Нет. Он не берет отгулов. Ну, я пойду. Да, созвонимся. А МДЖ, кстати, нам сказала, где искать надгробие, которого выкрали из парка аттракционов. Она сказала, что он находится где-то на заводе, поэтому топаем туда. Не такой уж он и заброшенный, этот завод. Почему так долго-то? Подстраховываются. Он сильнее, чем мы думали. Ладно, будь начеку. Охота для жизни? Жизнь для охоты. Надо убрать их с крыши, найти вход внутрь. Куча охотников. И все для меня, я польщен. Привет. Наконец закончил с отцом. Но где доктор Коннорс, без понятия. Давно не видел отца таким нервным. Мы найдем Коннорса. Позвони МДЖ, пусть заглянет к нему домой. Ага, дельная мысль. Встретимся в фонде, когда я тут закончу. Что у тебя? Нужна помощь? Я в Уильямсбурге, на старом литейном заводе. Похоже, надгробие держат здесь. Похоже, это работа для друзей пауков. Мы так себя не зовем! А как вы с тем парнем себя называете? Не знаю. Люди-пауки, человеки-пауки. Как-то запутано. Мне пора. Тут полно охотников. Так тебе нужна помощь? Нет, не приходи сюда. Они очень опасны. Нельзя, чтобы ты пострадал. До связи. Мы не можем снова подвести Крэйвена. Будь начеку. Никого не впускать. Блин. Мне, конечно, понравилась вот эта вот тема с паутиной, что ее можно вот так вот делать. Хотя и в первой части, и в Майлз Моралесе ее можно было так пускать тоже. И, в принципе, на нее можно... А, ну там вон. Сейчас. Сделаем вот что. Может быть, вот этого? Он безопасен. Давай на него сбросим трубы. Ой, это плохая идея была. Нас чуть не запалили. Ужас какой. Что я творю? Сдурел просто. Давай-ка сюда.
Короче, когда ты хочешь что-то сделать по своему тут плану, тихо. Тебе говорят, не-не-не, обломись. По паутину ты тут не запустишь. Возможно, у нас гости. Нужно проверить. Опс. Есть, я этим займусь. Опс, опс, опс. Что с тобой такое? Ему плохо. Снайпер почти на меня смотрел, но не на меня. Это хорошо. Это очень хорошо. Меня! Готов? О-хо-хо. Башку тихо, я в трубу, тихо. Это сильно. Давай вот это вообще. Осталось четверо. Вроде бы как. Теперь сюда. Достану? Нет, не достану. Ладно, сделаем вот так. Вон там! Это паук! Опс! Спалился. О, это тут совсем рядышком было. Приветики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. По нам бьем! Вижу паука! Так. Где вы там, ребятки? Ты можешь вырваться! Ой, хорошо так. Сильно, сильно. Ничего не скажешь. Я, конечно, девушек не бью, но тут такой случай. А ты что тут прыгаешь? Шевельнуться не могу! Готово. Со всеми разобрался. Эта труба мой билет внутрь. Ну давай туда что-нибудь запустим. Это плохая идея. Надо что-то другое придумать. Через верх? А, ну тут люк есть. А я думал, там стенку пробить надо. Я говорил с МЖ. Она сказала, что скоро заглянет к Коннорсу. Это хорошо. Да, просто проверяю. Значит, старый литейный завод? Да. Ты чем занят? Кардио. Продолжай. Мне нужно найти надгробие, пока его не постигла участь Скорпиона. Связь. Действовать тихо. Я здесь? Будем действовать, значит, тихо. По-другому не умеем. Я сейчас тут себе сеть из паутины на плиту, чтобы удобно было перемещаться. Она наших в Антарктику завела. Ну что, приступим? О, французский. Одна готова. Тише, тише. Пусто. Че, ее нокаутировать, что ли? Я хотел ее тоже, вот, подвесить на паутинку. Прикольно. Ну давай, паучок, перепрыгивай. Вау! Это нелепо, очень нелепо. Крейвен здесь только когда он погнал клинок ей в живот. Так. Вон тот один одинешенько стоит. Сейчас мы Крейвен его тоже смотрел, как потухли глаза, подцепим на наш паутину. Нашу жертву. Говорит. Готов? Спокойной ночи. Что происходит? Опасно. Опасно, опасно. Вон тот вот, вон, вот, 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 вот с этим получится. Подойди поближе, пупсик. Я тебя схаваю. Нам-нам-нам-нам-нам-нам-нам. Все, попался. Осталось совсем немножечко. Вот. Сейчас тебя тоже схаваю. Ну где? Меня кто-то запалил. Как вообще? Кто-то наверх он смотрит? Он не должен нам помешать! Как ты голову поднял? Стреляйте в него! Давай к стеночке тебя прикреплю. Паутина! Опа. Вытворите паука из цеха. Ну давай, давай, ударь меня. Не получилось. Полежи, отдохни.
Все, разобрались со всеми. О! Крутой парень. Ну до чего же вы упертые? Гарри! Гарри? Что ты здесь делаешь? Помогаю тебе, Человек-паук. Не благодари. Я хотел прокрасться по-тихому. Это я виноват? Ты налево, я направо. Погнали! Ну, у меня есть вот такая штучка. Здесь тоже вот такая штучка. А теперь... Ты сказал, все под контролем. Но взгляни на нас. Я надеялся, что мы с тобой начнем с чего-то полегче. Лучший метод обучения – практика. У меня столько силы! Выбрось это из головы! Мы не бессмертные! Назад! Ты всегда так себя чувствуешь? Я ж не только луплю плохих парней! Мне приходится принимать сложные решения! Лайк ему поставил! Ребят, короче, нате, ловите! Не спрячешься! А я не прячу? Достал. На тебе. О, вот это хорошо. Вот это хорошо. Ой, я получил. Так, кто тут? Что тут? Кого там? Готов? Ой-ой-ой-ой, полечиться надо бы. Все, ты последний. Лучи! Ого, как он в жижу замотал. Че, ты оттуда вылазишь, нет? А, она приклеена паутиной. Че, в меня что ли кида? Нифига себе, такой булавой. Но это не в меня он зарядил, он, видимо, видел кого-то здесь из противников. Где противники, выходите? Как ты прыгаешь круто. Кого ты кидаешь? Где? Кто? А, вот он где застрял. Ну ты тут даешь. Я б тебя не нашел ни за что. Техник, подъехал. Это что, огнемет? К сожалению. Паутиной его не возьмешь. Нам нужно найти другой способ. Попробуй оттуда. Берегись, они на платформах. Ой, сетка пошла, нифига себе. Не лезь под пули и разберись с этими охотниками. А этот костюм непробиваемый. Сейчас не время это выяснять. Тогда какой? Сейчас придумаю. Давай на задний балкон. Пригнитесь. Гарри. Я придумал, как вырубить эту штуку! Слушаю! Там наверху, бак! Про этот бак речь шла? Нет, не про этот. Про тот? Нет, значит, про тот. Окей. Я его отвлеку! Заберись туда! Прикольно. А теперь спасем суперзлодея. Он сказал, спасем суперзлодея? Бывший суперзлодей. Но он несколько раз пытался тебя убить. Он хочет измениться, а я помочь ему. Боже, ты и правда веришь в лучшее в людях. Так, давай. Ну же! Нам надо бить первыми! А, ну вот, началось. Блин, с Гарри вообще невозможно. С Гарри. С Гарри. Энтузиазм это хорошо, сыграть. Но больше работай мозгами, чем кулаками. Да зачем? У нас все получится. Этого никто не знает. Понял. Я тебя не подведу. Ты как, с огнем справишься? Вообще-то да. Я даже не вспотел. Блин, добивашки с Гарри вообще крутые. Вот это поворот. Все как всегда. Эй, малыш, что это у меня есть? Открывай лапу. Но
выйти! Тут становится опасно! Полежите, отдохните, кто лежит. Их тут слишком много. Держись. Вот это вдруг. Без понятия, как я это делаю. Чумовой костюм. Кажется, у меня получается. Ты должен быть учителем. Может быть, мне вернут работу. Тебе крышка. О-оу. Застрял! Гарри, ты слышишь? Да, вот эти звуки-то Веном не любит. Голова! Надо уходить! Срочно! Может, если замрем, он не заметит. Ну да, мечтать не вредно. Они тут! Опять? Серьезно? Что случилось с твоим костюмом? Не знаю. Сирена что-то сделала с моей головой. Я рад, что ты цел. Стрелы, мачете, ракеты. А теперь робо-птицы? Еще были робо-псы. Чем еще нас попробуют убить? Все равно. Иди отдохни. Он на прицеле. Воу, ракета. Да. Это нехорошо. Ловить. А, у меня нет ничего больше. Тогда вот так вот. Ё-моё, прям в ракету. Надо с ним разобраться. Готово. Как он круто прыгает, а? Добьёшь его? Ой, сзади, сзади, сзади. И еще кто-то тут у меня. Откуда у вас столько, ребята? Не-не-не, это вам обраточку. Еще ракетчики явились! Не нервничай! Уберем их по одному! Да, по одному! Как скажешь, наставник! Давай-ка суперприемчик вот заюзаем. У тебя отлично выходит! Становится жарко! Где же он там? Выпустите меня! Чую, мы уже рядом. Блин, я чуть не сдох. Полежи в этом ведерочке. Все? По-моему, я не рассчитал силы. Мы точно сдюжим? Конечно. Мы же друзья-пауки. Ладно. А вот и он. Какой план? Надо его спасать. Что? Я отвлеку их. Попробую его вызволить. Хорошо. Как быстро растут дети. Я сейчас тебя отсюда вытащу. Не выйдет. Они установили ловушку. А я ее обезврежу. Это он так ее обезвредил, да? Что я тебе говорил? Прости, я только учусь. Мне тут нужна помощь! Я сейчас.
Они стали больше? Ну что, еще поугараем? Ты можешь шутить в такой момент? Работа такая. Какая ирония! Паук меня спасает! Эй, ты мой должник! Попробуем выбраться! Откуда они берутся? Может, их в агентстве наняли? Ух, паутина пролетела. Нам надо отключить печь! Скорее! Если перегрузить аппарат охладителем, он должен отключиться! Стреляю! Так, почти разобрались совсем. Надо теперь охладить как-то все это дело. Готово? Иди сюда. Все, разобрались, ништяк. Наверное. Нет, еще встает. Да какая же она жесткая-то, а? Сколько ж здесь сил? С ними все? Как раз пора отключить печь. Ладно, вот так. Вы хотите всех тут угробить? Мы не нарочно, прости. Не сдаются. Ой, и мы не отступим. Тут становится жарко. А я не замечаю. Наверное, костюм огнеупорный. Везет. У нас нет на это времени. Что нам делать? Бить быстрее. Нам надо вытащить надгробие! Попробуем ослабить клетку! Вон там! Вытащи опорные балки! Может, я псих, но это один из лучших дней в моей жизни! Надо чаще выбираться из дома! Давай, тебе! Так, короче, я забил на драки. Надо вытаскивать надгробие. А то он тут сейчас кряхнется. С чего она сделана? Не знаю, но тут все рушится на куски. Продолжаем. Не работает. Держись. Нам надо... Здание вот-вот рухнет. Клетку никак не вскрыть. Может, пролезем через печь? Нет, там слишком сильный жар. У тебя есть другие идеи? Придется потерпеть. Что ты делаешь? Ну же, Гарри! Что теперь? Скорее! Можно здесь! Уходи оттуда! Давай за ним! Бежим и прыгаем. На этой работе всегда такой стресс. Попробуй йогу, отлично успокаивает. Хочешь тут сдохнуть? Нет, нет, нет! Я его не вижу! Без паники! Скорее, сюда! Гарри! Гарри! Нельзя нежкать. Я всех кинул. А, нет, вон они впереди бегут. Стойте! Проверь, хвоста нет? Сейчас. Чем плохо соблюдать законы? Начинаешь терять форму. Хорошо, что мы успели, потому что другим повезло меньше. Они бы все равно не смогли меня убить. Плюс, они ждали, что это сделает их главарь.
Тебе есть где спрятаться? Да. Если опять полезут, я буду готов. Передай другу благодарность от меня. Увидимся, паук. Они сбежали. И нам пора. Да. Эй, ты неплохо себя показал. Правда? А мне казалось, что от меня больше вреда. Ну да. Но вредил ты очень к месту. Что ты? Подожди. Извини, я пока не до конца еще освоился. Дизайн-класс. Ты о чем? Ты сейчас... А? Наверное. Надо же, прикольно. Теперь мы правда друзья-пауки. Я тогда погнал в лабораторию, гляну, не вернулся ли доктор Коннорс. Разумно. Ну, будем на связи. Поразительно. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то ты знаешь, что нужно сделать. Поставить лайк под видео и подписаться, если ты еще не подписан.